Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил правительственную награду алтайскому сенатору Сергею Белоусову. Это почетная грамота за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Награждение состоялось в Совете Федерации 12 февраля в рамках встречи премьер-министра с членами Совета Палаты. Валентина Матвиенко обратила особое внимание на ситуацию в лесной отрасли, отметив высокую значимость этой темы для Совета Федерации. Среди проблем Валентина Матвиенко назвала незаконные вырубки, безответственность арендаторов за свои действия, криминализацию отрасли. Накануне состоялась встреча в Министерстве природных ресурсов с участием министра Дмитрия Кобылкина, губернатора Алтайского края Виктора Томенко. По мнению сенатора, губернатор подробно и аргументированно сообщил как уже о принятых мерах, так и о разработанном плане мероприятий, направленных на сохранение лесов.